Всем привет, покажу вам, как выглядит пляж сегодня за канаты, получается, дальше, в сторону канаты, за канаты от Оттавы, я не знаю, минут где-то 25-30, вот протяжность пляжа очень большая, ширина тоже пляжа нормальная, как выглядит. Сам пляж, в принципе, чистый. Там, ну, бывает иногда, вот, скажу, там какой-то бычок, какой-то там и палочки есть, но мусора вот такого как сильно нету. Но здесь пляжи немножко отличаются от наших, потому что здесь пляжи нету таких, как бы, каких-то ларьков или чего-то там такого на пляже, чтобы что-то продавалось, здесь нету. Здесь в этом районе все дома имеют, которые стоят возле речки, имеют свой выход к речке, у многих вот лодки видно стоят. И кафе есть немножко дальше, я напишу координаты приблизительно этого пляжа. Наш знакомый говорит, что это самый большой, там видно, что дальше он еще продолжается туда, в одну сторону и в другую, что это самый большой пляж здесь. И вот у нас сегодня детки уже пошли купаться. И у нас сегодня пикник на пляже. У нас куча вещей. Стульчики. Будем купаться и потом будем ловить рыбку. Лицензия у нас, правда, только квебекская, поэтому ловить рыбу у нас будет только Аня сегодня. И на одну удочку, получается. Дима может ей только как бы помогать ловить немножко. Потому что если будет какой-то рыбнадзор, или как он здесь называется, не знаю, то дадут большой штраф. А если вы хотите ловить и на квебекской, и на онтарийской стороне, то нужно покупать две лицензии. Детям этого делать не нужно. Так что еще сегодня по плану рыбалку. Рыбалка, но в другом месте будем рыбачить. Сейчас накупаемся, назагораем. Накупаемся, позагораем и поедем на рыбалку. Покажу вам, где это будет тоже происходить. Там еще одни знакомые уже на рыбалке, уже что-то пытаются споймать. Так что думаю, что это какое-то рыбное проверенное место. Я надеюсь, потому что мы вчера были на рыбалке, ничего не споймали вообще. Так что сегодня надеемся что-то словить. Накупаемся, позагораем и поедем на рыбалку. Покажу вам, где это будет тоже происходить. Там еще одни знакомые уже на рыбалке, уже что-то пытаются споймать. Так что думаю, что это какое-то рыбное проверенное место. Я надеюсь, потому что мы вчера были на рыбалке, ничего не споймали вообще. Так что сегодня надеемся что-то словить. Я в жуткий момент обратила внимание, что здесь очень много собак, людей с собаками. И вот они гуляют здесь. Они гуляют здесь без поводка. То есть по всему пляжу, заходя в речку, выходя, то есть вообще без поводка. Причем вот и хозяева сидят возле меня, сейчас покажу расстояние, то есть вот возле меня и хозяева, а они гуляют аж вон там. И гуляют они уже не первые 5 минут. И еще я не заметила возмущения других людей. То есть у нас, мне кажется, уже возмущались, но лично мне это не очень нравится, потому что все-таки дети, все-таки это собаки, они там писают на песок, да, потом. То есть как-то не очень это выглядит. Я не видела у нас в Эльмире так много собак на пляже. То есть я не знаю, или там запрещено ходить, или просто может меньше, или я приходила в другое время. Но здесь намного больше собак. И вот еще момент, я не знаю, или это везде так здесь, но здесь очень-очень мелко. В Эльмире у нас тоже можно далеко идти, и все равно будет по колено вода. То есть, ну, по пояс максимум. То есть, вот такой вот. Это на том расстоянии человек. Но ему только по колено. Да идти это, конечно, классно. А вот саму просто проплыться, то не очень прикольно.
Вот мы сейчас гуляем до пляжа, здесь такие домики с выходом. Здесь нам страшно немного глубже. И вот я уже дошла до края. Вот как бы эта часть идет как остров. Вот конец. Речка поворачивает. Очень красиво этот, конечно. Здесь видно, очень мне нравится, что лес выходит прям к речке, такие большие деревья. Она очень красиво смотрится. Ты грязный? Да. Где ты грязный? Вот. Вот это чуть-чуть? Да. Обтряхни ручки. Просто обтряхни ручки. Ручку об ручку. Ветер что-то, мне кажется, что мы словим так же, как и вчера. Есть такой маячок. И вот такой вид. И там не видно за тучами солнца. Я поймаю.